Самолет построим сами, понесемся над лесами, понесемся над лесами, а потом вернемся к маме. 2016 секунд чтения вслух. Для школьников весьма полезное занятие. В городской детской библиотеке яркое разнообразие интересных и даже уникальных книг. В большинстве из них авторы рассказывают истории через героев, которые становятся игрушками. Я беру и читаю сама, потому что я очень люблю читать книжки. Они мне очень нравятся, эти книжки, потому что там есть всякие хорошие, ну, герои. И все там остальное. Клоуны, куклы, зайцы и медведи. Память обо всех книжных героях хранит Ольга Белова. Жительница Самары, коллекционер в третьем поколении. Их семья собирает игрушки многие годы. Есть экземпляры 1920-х, 30-х годов. И, конечно, представители середины прошлого века. В каждом времени своя игрушка. В средние века мячик, хотя там были достаточно механические, хорошие игрушки. А, значит, в 20-е годы это любимые игрушки из папье-маше, целлулоидные игрушки в 50-х. А, в 70-е играли вот с пластмассовыми куклами. Ну, то есть свое время, свое воспитание. То есть игрушка – это часть времени, в котором мы проживем. Педагоги говорят, чтобы ребенок был счастливым, он должен уметь играть, а не читать. Но именно через игрушку он должен прийти к тому, что книга – лучший друг человека. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.